Давайте нарисуем картину нашей жизни. Вот здесь вот это наши доходы, деньги. Это время нашей жизни. Доходы 200, 400, 600, 800, 1000, 2000 и больше. Время нашей жизни. Начнем с 20. 20 лет, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Смотрите, что происходит. Сегодня вам 20 лет, или 30, или 40, я не знаю. Когда ты начинаешь с 20 лет, да, ты выучился, ты куда-то пошел, да, ты начал, молодой специалист, зарабатываешь $200. Потом тебя повысили, да, тебе уже 30 лет, у тебя уже семья, дети, перешли на 400. Идем дальше, да, тебе уже 40, ты самый лучший специалист, тебе перешли, тебе стали платить уже $600, что-то произошло, я не знаю, да, там, уволился, нашел другую работу, да, $1000, идем дальше. Перешел уже на $2000, бам, тебе 60 лет. $100, 150 или 200, пенсия. Ну, а дальше все уже идет стабильно, да, и вот туда. Это картина нашей жизни. Мы так живем. Но посмотрите, что происходит. Если сегодня ты зарабатываешь $1000, давайте просто посчитаем, куда могут пойти эти деньги. Не самая лучшая квартира, $50000, это даже не дом. Это такая средняя, не самая лучшая квартира, не самая лучшая автомобиль, $20000, это даже не Porsche, $70000. Если с сегодняшнего дня ты зарабатываешь $1000 в месяц, и ты откладываешь 200. Давайте посчитаем. В течение одного года, то есть 12 месяцев, умножить на $200, 2400. Это то, что ты можешь отложить в течение года. А теперь давайте разделим вот эти 70 тысяч, то, что нам нужно. Я не взяла сюда путешествия, там, одежду и все остальное. Это только квартира и машина. Разделим на 2400. 29,1. Сколько тебе сегодня лет? 30? 40? 50? Прибавь 30 лет. Когда тебе будет 70 лет, у тебя будет хорошая квартира, не самая лучшая, но хорошая. Хорошая машина, и ты оторвешься. Самое время. А если сегодня ты не зарабатываешь $1000, с сегодняшнего дня ты должен начать зарабатывать $1000 и 200 должен откладывать. А если это не так? Знаешь что? Большую часть этих денег ты просто проешь. Потратишь на коммунальные услуги, да, и все такое прочее. Тебя ждет потрясающее будущее. Фантастика. Иногда мы приходим в магазин, мы смотрим на вещи и говорим, эта вещь стоит дорого. Но это не вещь стоит дорого. Это ты не в состоянии ее купить. Значит, проблема в тебе. Если сегодня у тебя нет того количества денег, возможностей, наверное, нужно перестать делать то, что ты делал до этого времени. Потому что, делая то же самое, ты будешь получать то же самое. Я как-то где-то прочитала значение слова «идиот». Это человек, который на протяжении жизни делает одно и то же в надежде получить другой результат. Если ты что-то делал, и сегодня тебя не устраивает то положение вещей, которое есть, нужно перестать делать то же самое. Ты не дерево. Ты можешь изменить место, в котором ты находишься. То, что мы показали вам сейчас, вам не нужно ждать 30 лет. Вам не нужно ждать 40 лет. 3 года. На то, чтобы создать себе подушку безопасности, обеспечить свое будущее и жить так, как это достоин жить каждый человек. У нас есть специальная кнопка, которая позволит вам дать гарантию безопасности, подушку безопасности. Кнопка, которая позволит вам заработать деньги и изменить с этим качество жизни. Идите дальше и разбирайтесь. Успехов вам. Пока.